Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в нашей мастерской тетушки Уми будем делать чудеса. Приближаются новогодние праздники, Дед Мороз собирает всем подарки. И сегодня мы с вами будем делать новогодний венок на стену. Дед Мороз у меня сидит вот здесь. Он взял уже свою волшебную кисточку, приготовил картину, позвал Снегурочку и все-все приготовил для нашего мастер-класса. Ну, я буду ему помогать. Что нам надо для мастер-класса? Вот такой у нас будет венок. Вот такой красивый у нас будет венок. Его сделать очень просто. Из тех материалов, которые есть в вашем доме. Для этого понадобится нам картон. Картон от пиццы. Конечно, нужны украшения. Это снежинки. Вот такие снежинки. Нам понадобятся красивые бантики, линейка. Желательно, конечно, металлическая линейка. Цветная бумага. Можно взять двухстороннюю, можно взять одностороннюю. Клей. Но клей или клей момент прозрачный, или вот такой клей титан у меня есть. Ножницы обычные. Карандаш. Макетный нож. Можно взять ручку. Можно взять ручку. И еще, конечно, украшение. Это мишура цветная. Также нам понадобятся разноцветные нитки. Обычный медицинский шприц. Сюда наливается клей. И шарики. Тарелки. Обычные тарелочки. Итак, вы прикладываете крышку, тарелку, все, что у вас есть, в картонке с серой стороны. Берете ручку и все это обводите. Просто. И рисуете вот этот внутренний кружок тоже на картонке. То есть тарелочку сюда подставляете и обводите. Теперь вы берете ножницы и очень аккуратно вырезаете этот круг. Вот мы с вами вырезали кружочек. Прикладываете второй кружок. Вот так. Как нам вырезать вот этот внутренний круг? Нужно взять макетный нож и очень аккуратно проткнуть макетным ножом картон. И держа нож вертикально, очень аккуратно по линии вот так вот все вырезать. Вот, получились у нас такие две детальки. Соединяем опять крестики. Вот, соединили крестики, получилось два одинаковых почти круга. Нам надо разделить вот эту картонку на сектора. Ну, как я обычно делаю? То есть мы делим по часам, как идут в часах цифры. У нас есть 12 и 6, да, вверху, внизу. Кладем линейку горизонтально и делаем 3 и 9. Здесь 12, а здесь 6. И теперь, вот так разделили, и теперь мы делим на одинаковые части, делим каждый сектор. То есть каждый сектор можно разделить на 3 части.
теперь нам нужна цветная бумага. Цветная бумага обычная. Вот видите, получилось 6 цветов. Смотрите, у нас получается 12 секторов, то есть 6 цветов бумаги на 12, это по 2 сектора одного цвета. Значит, что мы делаем? Мы переворачиваем бумагу на белую сторону, белой стороной к себе. Прикладываем вот этот ободочек разметками наверх, таким образом, и рисуем один сектор, вот от точки до точки. Вот таким образом получаются вот такие сектора. Вот сюда прикладываем, получаются такие сектора. Нужно нарисовать. Прикладываем ободок, уже готовый, и обводим внутренний и внешний край. Обводим, делаем черточки и рисуем линии. Получилось три сектора разных. Теперь, чтобы много не рисовать, мы складываем бумажки, вот эти вот все бумаги вот так складываем вместе, чтобы вырезать сразу эти сектора. Можно взять зажим, чтобы было удобнее. Зажим для бумаги. Еще один. Еще один. Вот так, чтобы бумага никуда не съехала. Вырезать надо немножко побольше. Вот не здесь, не по краю, а вот здесь по внутреннему краю и по внешнему краю. Эти края будут загибаться. Загибаться внутрь. И сразу все листочки мы вот так вот вырезаем. Теперь эти сектора надо разделить все. Вот эти сектора мы с вами разделяем. По линии разрезаем, которую нарисовали. Что у нас получилось? Смотрите, у нас получились разноцветные треугольнички. И их надо разложить по цветам, чтобы было вам удобно. Вот, видите, сколько получилось секторов. Вот так раскладываем по цветам. И сейчас мы с вами займемся раскладыванием на кружке, на ободочке раскладываем вот эти треугольнички. Маленькая сторона идет внутрь, а большая сторона идет наружу. Но сочетайте так, чтобы темный цвет был со светлым. Вот. Заполнился весь круг. Откладываем. Берем клей. Можно эту крышечку снять, а можно этой крышечкой работать. Вот так, нанесли клей и приложили листочек, чтобы края выходили наружу. Хорошенько разгладьте. Разглаживаем. Можно накладывать друг на друга, чтобы здесь не было дырки. Я хочу вам показать вот этот шприц. То есть мы обрезаем иголку у шприца, вот здесь обрезаем, да? Вот он получается, это как бы колпачок будет. Достаем вот этот стержень, вот у меня пустой клей есть. Достаем стержень, вот так, закрываем колпачок и наливаем сюда клей. Просто из бутылочки наливаем клей вот так вот. Тогда будет удобней.
надавите на бутылочку, и клей туда нальется. Надо налить где-то вот до сих пор, чтобы чуть-чуть осталось воздуха. Переворачиваете бутылочку и, придерживая вот этот колпачок, закрываете стержень. Вот таким образом. Вот. И надо перевернуть шприц, чтобы воздух поднялся, который здесь образовался, чтобы он поднялся наверх. Вот у меня есть этот клей. Я сняла колпачок и просто также, переворачивая шприц, видите, вот сюда упирается стержень, как бы немножко надавливая. Я рисую шприцем. Таким же образом вы приклеиваете вот эти треугольнички на вторую сторону. Давайте теперь края подогнем. То есть вы намазываете вот эти вот части бумаги, намазываете клеем. Вот так загибаем цветную бумагу. Здесь получатся складочки. Вы их, ничего страшного, загибаете вот так друг к дружке. То есть вот сначала края загибаете, а потом вот эту серединку пальчиками ведете сюда, к середине. Теперь мы наклеиваем внутреннюю сторону. Вот. Все готово. Итак, мы продолжаем оформлять кружочек, ободочек. Да? Я вырезала уже не треугольнички, а вот такие вот половиночки. И вот так я прикладываю цвета. Так приклеиваем бумагу. Прикладываем. И вот здесь немножко убираем лишнюю бумагу. Можно ее обрезать. Все, теперь можно намазать бумагу клеем, промазать, и, конечно, картонку. Здесь приклеиваем, отодвигайте бумагу и промазывайте картонку хорошенько края, чуть-чуть, ровно все подклеить. Вот получился такой круг. То есть у нас получилось два круга. Один вот больше здесь треугольничков, а здесь всего только получается 4. Вот. Можно так сделать, можно так сделать. Вот вам два варианта. Теперь переворачиваем на внутреннюю сторону и немножко подрезаем бумагу, чтобы удобнее было приклеить на внешнюю, на внутреннюю сторону. У нас здесь крестик. Вы его перенесите вот сюда, на середину, вот этот крестик, потому что он заклеится, его будет не видно. Вот здесь у нас его не видно. Опять вот приложите этот кружочек вот так. Покрутите, ну вот примерно так. И вот здесь чертим крестик. И когда мы крестики соединим, у нас будет два идеально ровные круги. Продолжаем. Наносим клей на бумагу и на картон. Загибаем вот внутренний край. Опять рукой проводим по внутренней стороне. Вот так. Получилось у нас два кружочка разноцветных, радужных, красивых два кружочка. Теперь
нам надо взять нитки. Сейчас мы будем наматывать нитками, обматывать вот этот кружочек. Вот такие два кружка. Вот у нас крестики, которые мы соединим вместе. И тогда у нас обруч будет одинаковый, ровненький. Вот они, крестики, они соединяются вот так с одной стороны. Вот получается здесь такой кружочек, а здесь такой кружочек. И теперь у нас начинается оформление, украшение. Нам надо взять любую ниточку, да, вот какая вам нравится. Можно начать с зеленой, чтобы было видно. Кончик нитки мы приклеиваем на внутреннюю сторону. Вот так, на внутреннюю сторону. Это будет у нас начало обмотки. Теперь мы намазываем полностью всю картонку, всю вот эту часть. Обязательно хорошо нам промазывайте края вот здесь, в этой картонке. Сейчас мы будем соединять две половинки, и надо, чтобы они крепко прижались друг к другу. Промазывайте всю картонку целиком хорошенько. И теперь смотрите, вот крестик и вот крестик. Видите, два крестика. Мы просто с вами переворачиваем картонку. И можно взять вот эти зажимы и немножко прижать. Пусть оно прилипает. Вот у нас ниточка. Мы продолжаем дальше. Теперь мы будем обматывать вот эти два обруча ниткой. Но смотрите, с внутреннего круга ниточка идет близко друг к другу, а с внешнего круга чуть-чуть подальше. То есть смотрите и немножко натягивайте. Вот так мы с вами. Вот перехватывайте ниточки. И начинаете обматывать туго. Туго натягиваете нитку, начинаете обматывать. Значит, вот здесь нитки близко, а здесь они могут быть подальше. Перехватываете ниточку. Вот зеленая нитка у нас пошла, да? Она пошла на зеленый цвет. То здесь можно поменять. Вот она пошла на зеленый цвет. Здесь можно поменять. То есть придерживаете ниточку, обрезаете и добавляете, просто привязываете вот этот красный можно цвет. Красный, желтый, какой, другой какой-нибудь, да? Берете два конца ниточки, накручиваете на палец и завязываете узелок. Вот. Так растяните, а вот этот хвостик надо обрезать. Не очень близко, ну вот от узелка где-то 2 миллиметра. И таким образом вы обматываете весь кружочек. Это у меня будет лицевая, это изнаночная. Я переворачиваю на изнаночную сторону, беру клей и эту ниточку, вот которая у меня осталась, я просто приклеиваю к самой картонке. И потом просто обрезаю конец. Вот. Получился у нас такой разноцветный ободочек, да? Такой разноцветный кружок. Теперь самое интересное, самое вкусное. Мы начинаем это все украшать. Берем бантики, шишки, шарики, все, что вы хотите, все, что у вас есть под рукой, пенопластовые шарики. Давайте вот
Так. И распределите их по внутреннему кругу. И теперь берем клей и наносим клей на внутреннюю сторону бантика. Вот, на внутреннюю сторону бантика. Здесь не жалейте клея, можно его много взять. Вот так вот жирно намазать. И приклеить краешку нашего обруча. Вот приклеены все наши бантики. Можно даже вот так придавить. Дальше. Я приготовила вот такие снежинки. Да? Так, теперь у меня вот такие снежинки. Вот такие снежинки, они прозрачные, то есть убирается пленка и просто они приклеиваются. И есть у меня вот такие помпоны. Красивые, разноцветные. Можно взять, смотрите, пенопластовые шарики разной толщины. То есть вот такой большой, поменьше, вот он такой. И последнее, это мы делаем мишуру. То есть смотрите, наносите клей на край, вот здесь, и просто приклеиваете, придерживаете руками. Ну, здесь придется немножечко подержать ее. Вот так вот всю в круговую вы приклеиваете. Вот и подошел к концу наш мастер-класс от рукодельницы тетушки Куни. Посмотрите, какая у нас получилась интересная композиция. Веночек на стену. Вот, Дедушка Мороз мне помогал. Вот, посмотрите. Они могут быть разные, конечно, отличаться друг от друга. То есть этот веночек можно делать как хотите, из каких хотите материалов. Главное, чтобы вам нравилось. Я желаю вам творчества, творческих успехов, фантазии, вдохновения. И, конечно, с наступающим Новым годом. Чтобы у вас все мечты сбылись. Вот такой Дедушка Мороз, художник. Он уже собирается к вам в гости. Поэтому вы еще успеваете написать Деду Морозу письмо. Не забудьте, пожалуйста, написать со своими сокровенными желаниями. Мы с Дедушкой Морозом желаем вам счастья. Пока-пока!